Ну что, как говорит Любаш Саранча, доброе утро, страна, доброе утро, зарубежье. Доброе утро, мои дорогие. Ну, уже не, правда, не такое утро. Меня сегодня кот разбудил в 4 утра. Ну и что? Лежала-лежала, встала. Что делать? Лежала-лежала, встала. Давай заниматься своими делами. Пошла на крыльцо. У меня там вода стоит вот в этой 20-литровой бутылке. Кот выскочил. Убежал. Ну ладно, убежал, убежал. Думаю, может, в туалет хочет. Хотя в туалет он ходит дома. В горшок свой. Нету, нет. Через полчаса выхожу, опять орет дурным голосом. Опять там под крышей. Ну вот, ничему, говорю, жизнь его не учит абсолютно. Вот сейчас вот грызет мне ногу. Ну-ка, брысь! Вот опять орал до 8 утра. А я сидела-сидела, тут делала шарфик. Ну и чувствую, что так хочу спать. Ну просто меня прям выключает. Думаю, ну что делать-то? Надо идти же за ним, что он. Ну вот прибежал. Прибежал, спрыгнул оттуда. Он прекрасно умеет слезать оттуда. Но почему он орёт по несколько часов, я не понимаю. Вот. Пришел, поел и со мной вместе спать завалился. И мы еще 3 часа проспали. Вот так вот. Воскресенье у нас. Вот. А что еще, что хотела сказать? Что мне пишут? А, пишут, ездил ли Костя на кладбище? Ездил. Я вам фотографию сейчас покажу. Так, я уже, по-моему, говорила, да, что у меня 27-го самолет в Питер. Прям очень хочется, прям очень хочется, очень. Да и надоело тут уже 2 месяца-то вот это одна. Вот, сижу, вижу, что это будет, потом вам покажу. Сейчас у меня досыхает моя шкатулочка-коробочка, сейчас буду доделывать ее. Ну вот что доделалось мое украшение. Вот сердолик, кирпич какой. Большой такой кулон. И вот здесь вот тоже сердолик. Вот такие вот получились. Колье это, да. Колье. Вот думаю, сделать вторые бусы. Вот этот вот кулон, он съемный. Так с кулоном можно носить вот одно украшение, да? Я думаю, может сделать покороче еще такие бусы, чтобы можно было без него, например, носить. А? Как вы думаете, девочки? Напишите мне. Я на самом деле очень прислушиваюсь к вашим советам. Вы не думайте, что это я вам так вот пишу, знаете, лишь бы комментарии были. Нет. Вот с жемчугом, как советовали мне, я так вот прислушалась к этому делу, посмотрела и так сделала. Так что пишите мне, как вы считаете. Может, вы вообще считаете, что по-другому надо сделать? Будем трудиться коллективно. Вот делала вчера вечером вот этот шарфик. Ой, мне так нравится эта расцветка. Ну, он такой, знаете, не знаю, капрон, не капрон, ну какой-то такой вот. А я такие не могу носить. Так бы я его
Себе бы с удовольствием оставила. Прям вот очень мне нравятся и огурцы эти. Я их очень люблю. Вообще вот сама расцветка такая мне нравится. Вот, ну, здесь стекло, хрусталь, в общем, вот такой вот получился шарфик. Потом наберется побольше, потом покажу вам на манекене. Ну, вот такая у меня получилась коробочка. Довольно-таки она большая по размеру. Такая прям. Вот, со всех сторон обклеенная. Вся такая. Вот сейчас я на нее приклею элементики. Где они у меня тут? Вот, ну это вот будет ручечка. Маленькая, конечно, она сюда надо что побольше, но нету. И в магазинах тут я смотрела, ничего нету такого. Ну ладно, будем так вот открывать. Вот. Ну и тут вот наверх приклею что-нибудь. Тоже у меня тут всякие. Посмотрим, сейчас повыбираю, приклею. Вот, и надо какие-то ножки сделать. Не помню, есть у нас в магазине на рынке ножки, прям чтобы ножки были. Ну, если нет, то что-нибудь приклею, бусины какие-нибудь, ну, или что-нибудь эдакое. Вот, мне очень нравится. Вот прям мне захотелось так вот какое-то что-то вот такое. Вот, а потом покрою лаком. Парочку слоев, наверное, ну, чтобы оно все-таки не обдиралось. Так что вот такая вот замечательная получилась коробочка. Кот, ну хватит грызть меня. Ну хватит. Ни тапка не боится, ничего. А может, просто не понимает. Вот. Ходила к Алинке в дом и нашла в шкафу вот эту сумку. Надо ее помыть, надо ее как следует. Эту сумку я покупала в Болгарии когда-то. А, наверное, вот в 2013 году я и покупала, да. Представляете, какая я была до Крыма? Дерзкая. Да, вот ходил с такой сумкой. Вот с такой яркой. Вот, а думаю, что она валяется? В нее же можно что-то сложить. У меня же много чего сложить, что есть. Да. А сейчас я себе решила сделать передышку от всех дел. И хочу превратить простую бутылочку в морскую пучину. Это дело все быстро делается. А то лежат у меня эти бутылочки, я их привезла, ну, привезла, посылки отправила из Мурманска. 3 штуки. Последствия пребывания в гостях. Вот видите? А то говорят, кто-то Плюшкин они. Вот Плюшкин. Неудобно большим куском. Вот Плюшкин. Ой. Я
Я еще не знаю, что получится. Просто попались мне на глаза наклеечки. И думаю, ну-ка я сейчас попробую. Нет, у меня кругленьких удобно. Надо обрезать. Так, сейчас они подсохнут. Наверное, сейчас я девчонки, знаете что, не умею на камеру работать. Причем я думала, что это только я, нет. Девчонки, многие жалуются, что на камеру получается черт что, да? Какая-то магия прям. Так. Я сейчас я не один слой буду красить. За один-то тут так себе не пойми чего. Вот, мои хорошие, я так привыкла с вами разговаривать. Я с вами разговариваю, как будто вот как со своими людьми. Ну, правда, как с подружками. Ой, вчера так было приятно. Лена мне позвонила. Приятельница моя, она тут живет недалеко на Волне. Это прям практически. Пусть мы, ну, практически один из там четырех человек, с которыми я общаюсь в Черноморске. И то мы с ней не сказать, что мы прям общаемся. Обычно созваниваемся, когда там что-то надо. Но вчера прям было очень приятно. Она мне позвонила. Говорит, что ей так любит она смотреть мои видео. И прям вот хвалила меня так, прям растрогала меня. Очень приятно, конечно. Я понимаю, что ей, может, хочется пообщаться, а у меня времени нет общаться. Если вот так вот пойти в гости, это, считайте, весь вечер пропадет. Я не могу себе такого позволить. Я вот с ней вчера по громкой связи разговаривала, а сама шарф делала. Так, ну ладно, пусть подсохнет. Это быстро будет. Сейчас самое главное покрасить. Сохнуть она не желает. Как говорили, да? Не можешь — научим, не хочешь — заставим. Сейчас высушу, еще раз покрашу. Ну, дело двигается. Кто-то. Ну вот все получается. Девчонки, стоит камеру включить. Все. Я не понимаю, с чем это связано, но это на самом деле так. Так. Ага. Что сделала? Пленку не отклеила. Ну вот. Манда, Мария Ивановна. Это я так себя ругаю частенько. Пленку забыла отклеить. Потому что тороплюсь. А теперь она, наверное, фиг отклеится. Конечно. Так, ладно. Сейчас будем исправлять. Видно вам, что у меня получилось.
Вот такая получилась миленькая бутылочка. Но сейчас я вот этот край еще закрою и вам покажу потом. Ну вот, думала быстро. Ага. Вот чего только вроде нету. А вот того, что надо, и нету. Есть вот такие, но это очень звездочки. Очень мелкие. Их замучаешься клеить. Так, а что ж приклеить? Кружево, что ли, приклеить? Какая мелочь. Что-то я и забыла. А тут у меня что? Блёстки. Придется, наверное, или... Сейчас посмотрю. Ну что, мои дорогие, вот что у меня получилось. Обклеила я вот тут по краям, просто оно еще не высохло. Еще не приклеилась. Вот. Ну, уже дальше я вам не буду показывать. Просто вот как можно сделать, скажем так, из ничего вот такую вот бутылочку. Я потом еще хочу покрасить крышечку. И вот тут вот, и вот тут обклеить вот вокруг горлышка. Но это уже будет сильно длинное видео. Вот. Так что вот так. А я пока с вами прощаюсь. Сейчас буду мыть полы. Посуду, в общем, надо вымыть плиту, там всяко разно. Все, мои дорогие, давайте, не болейте, не грустите, плюйте на все, берегите здоровье свое, мои дорогие. Вот, а бутылочку потом кто-нибудь что-нибудь будет заказывать, я вам вышлю, кому нравятся такие вещи. Вот, потом лаком все это покрою, вот тут еще подкрашивала. И все, оно будет держаться. Все, мои дорогие, пока-пока. Пока. Обнимаю, целую вас. Пока.